С виду весело и легко проходят тренировки у кудоистов из Уссурийской Федерации, но так может показаться только на первый взгляд. На самом деле кудо – агрессивный и опасный спорт, и эти парни и девушки в нем преуспели. На первенстве России в составе сборной Дальнего Востока забрали 6 медалей и заняли в командном зачете по результатам соревнований 2-е место. Первенство России – это очень значимые соревнования, проводятся которые только раз в год. Попасть на них удается не всем, а тем более из-за коронавируса многие спортивные события отменились. Но Стасу Власенко повезло. Мальчик впервые попал на такое крупное первенство еще и в составе сборной. Стас проиграл в последнем поединке. Не хватило буквально одного очка до первого места. Но обижаться кудоист не стал. Считает, что стать вторым тоже неплохо. Сначала мы вообще друг друга боялись, потом уже более-менее друг друга почувствовали, начали хоть что-то делать, ногами бить, там руками. Потом борьба уже добавилась, а в дополнительное время мы уже конкретно начинали драться, как обычно, за первое место. В этом году многие соревнования пришлось перенести. На первенство в нашей федерации кудо даже не рассчитывали. А когда узнали, что все уже решено, готовились усиленно. Около полутора месяцев спортсмены, которых отобрали в сборную ДФО, тренировались 2 раза в день. Первенство проходило 12 часов. Сложнее всего пришлось парням и девушкам 16-17 лет. Они выступали самыми последними, и они, грубо говоря, дрались, когда у нас уже по нашему времени было почти утро, там 4 утра. То есть, во-первых, это очень тяжело акклиматизироваться, взвешивание пройти процедуру. Очень тяжело целый день, грубо говоря, ждать боев, потому что волнение, оно тоже забирает силы, энергию. Ну и потом показать достойный результат. Еще один спортсмен, прославивший федерацию, Сергей Шевчук. Для парня это уже не первые соревнования такого уровня. Хотя в прошлый раз ничего не выиграл. В этом первенстве спортсмен смог выступить лучше и показать себя на достаточно высоком уровне. Сергей отметил, что сложнее всего было выбивать себе очки. Судейская бригада свирепствовала. В первом бою все прошло довольно-таки хорошо, потому что без дополнительного времени я сразу смог победить, мне сразу все судьи отдали победу за меня. Во втором бою было 2 дополнительных времени, я сломал шлем своему сопернику, у него была кровь из носа. Самым сложным для Сергея был 3-й поединок. Оказался в паре с чемпионом мира по этому виду спорта. Пришлось выложить себя полностью, чтобы показать, на что способен. В итоге парень занял 3-е место. В целом наши кудоисты привезли домой 6 медалей. Среди них одна золотая, которая досталась Константину Емельяненко. Серебряными призерами стали Андрей Осипов, Сергей Ермаков и Станислав Власенко. С 3-м местом приехали Сергей Шевчук и Анна Глушак. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс.